Здравствуй. Здравствуйте. Вот несмотря на такую погоду, как сегодня, Виктор на основном водоеме у нас, сколько там, 12 штук? 12. Виктор, пару слов о рыбалке. Сегодня супер было. Рыбалки такой давно уже не было. Честно, если после запуска, ну не рассчитывал, что будет, но на резину понтона поклевок 30, наверное, было. Дело в том, что на резину я сегодня первый раз ловил. Да ладно. Поэтому реализации, да. Зимой я на резину не ловлю. А так на пасту? Одна поклевка ближе к обеду. Вот здесь за запуском была еще. Все, да. Все актив. Две блесна, вот. 6 трупик. Это так, две блесна, 6 трупик, 8. Одна паска, 9 и 3 на резину. Три на резину. Итого 12 штук, да? Да. Три схода и штук 30 поклевок, наверное, еще. Виктор, мы всегда рады видеть вас. Приезжайте. Будем. В субботу будет навесочка побольше чуть-чуть. О, значит, приезжайте, будем ждать вас, рады видеть. Обязательно. Спасибо. Спасибо.